шутите за просто за лодкой по морю. Это мало того, что было. Мы вышли из бухты, и мы вышли в открытое море, где был шквальный ветер. Я натерпелась такого ужаса. Но когда я услышала, как начинает материться мой муж, а он вообще холоднокровен обычно, я поняла, что реально задница. И мы не можем до них докричаться, чтобы они нас уже свернули к чертям собачьим. Ha 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 ha!